Поваленные деревья, разбитые автомобили и сорванные крыши. В Челябинской области прошел ураган. Два человека пострадали. Последствия удара стихии оценил наш корреспондент. Эти кадры начала стихии. Сильный ветер и дождь с градом. Люди скорее торопятся домой, а потом наблюдают из окон. Вообще дождем! Смотри, снег пошел. Вообще дождем такая. Под удар урагана в Челябинске попал металлургический район. Шквалистый ветер вырывал с корнем деревья и обрывал провода. Шифер летал по всей округе. Вот так в одну секунду без крыши остался лабораторный корпус медакадемии ГКБ номер 6. Ветром повалило 260 деревьев. Более 600 домов остались без электричества. Пострадала кровля 21 многоквартирного дома. Разбиты 12 автомобилей. Апокалипсис просто какой-то. Дороги нет. А в микрорайоне Звездный после грозы и ураганного ветра рухнула опора линии электропередачи. Весь микрорайон остался без света. И дождь стеной упала, опора с высоковольтными проводами. Нету света, пропала связь 3G. Два человека пострадали во время стихии. Как сообщили в пресс-службе администрации города, помощь медиков потребовалась мужчинам. 28-летнего пациента с травмой ноги доставили в ГКБ номер 6 для обследования. У второго мужчины травма головы. Помощь была оказана на месте. От госпитализации он отказался. А на Тургайке пострадала женщина. Ей придавило ногу сосной, которая упала в нескольких сантиметров от палатки туристов. Тем временем глава города Наталья Котова предложила поощрить тех, кто принимал участие в ликвидации последствий урагана в Челябинске. А людям, у которых пострадали автомобили, постараются помочь по линии соцзащиты.